Добрый день, дорогие друзья, с вами интернет-магазин pneumat24.ru. Сейчас рассмотрим электрошокер под названием ASA888. Давайте рассмотрим его комплектацию, что внутри. Так, ну, зарядное устройство, не будем его доставать. Чехол с петлей, чтобы была возможность повесить на пояс. И сам шокер. В использовании он очень прост, поэтому никакая инструкция к нему не нужна. То есть две кнопки, ну, разобраться очень легко. Давайте рассмотрим. Средний режим у нас. Это фонарик. То есть самый верхний режим, это уже шокер. Загорается красный индикатор. Остается только нажать кнопку вот эту. Вот он. То есть довольно-таки мощный. По напряжению у него 4 миллиона вольт. За счет двух элементов на корпусе у него увеличенный пробой одежды. Составляет, ну, как заявлено в характеристиках, 32 миллиметра. По весу он 200 грамм. Длина всего лишь 132 миллиметра. То есть можно носить с собой в кармане, в сумке. То есть шокер такой компактный, небольшой и довольно-таки мощный. Вот. Так-то все. Все просто и легко. На этом все, дорогие друзья. Если вас заинтересовал данный аппарат, наш адрес в интернете pneumat24.ru, ссылка под видео. Подписывайтесь на канал в YouTube и будете получать видеообзоры от нас. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.